Он покупал ей теплые носки, а утром приносил ей чашку чая. Днем, словно умирая от тоски, строчил ей сообщение: «Я скучаю». Она его любила обнимать и часто с полуслова понимала. Боялась очень сильно потерять, а ночью поправляла одеяло. Однажды их судьба разъединила. Причина – совпадение или случай. Она себя за что-то обвинила, а он решил: «Оставь ее, не мучай». И дальше лишь большое расстояние. Не верится, но так оно и было. Такое вот дурное испытание. А он любил, как и она любила. Да, время помогает, но не лечит. Ведь как они нелепо разошлись. Им суждена была однажды встреча. Глазами встретились и обнялись. Такое вот судьбы благословение. Он снова приносил ей утром чай, а днем она писала сообщение: «Я жду тебя, любимый, не скучай». Как часто это в мире происходит, что для того, чтобы счастливым жить, судьба людей то сводит, то разводит. Ведь счастье тоже надо заслужить.